даже фабрик вместе. Я думаю, вся будет подсвечиваться, да, наверное, вот так красиво. А что они сказали, что сверху света? Нет, наверное, все будет светить. Сверху света не будет, все будет красиво, как свечи. А вот это желтое так будет, что сюда? Да, это все таки металлическая часть. Это конструкция просто. Но блядь, света на нее не будет. Попсуха. Как ты попсуха? Отстуха. Короче, мы пришли сейчас на нашу веню. Приехали, где у нас будет, собственно, выступление. Сейчас мы пришли посмотреть камерку. На самом деле прикольно. Но самое прикольное, что они уже заранее, за сутки, все расставили. Пиво, шоколадки. Я, кстати, их понатырила себе в сумочку сразу. Все любители сладкого. Мое, не отдам. Че? Ага. Слушай, надо тоже спилить. Разные почему-то. Сморщился. Воняет нечаянно. А этот? Рада. Блять. Же скачок вообще какой-то. Ой, ё. Дай вниз, дай вниз. С камеры ты казённый. Не будет пробовать, значит. Уп, слышь, такая заминочка вышла, Жень такая бунда, рукада. Вяжут, конечно, пиздец знатные. Мы приехали в магазин с DVD, потому что на самом деле скучно. Сегодня пустой вечер, и завтра у нас такой. Не, послезавтра. И я что-то лоханулась, не взяла никакие DVD-диски. Вот, чем-нибудь хочется какой-нибудь такой киношку. У нас в гостинице огромный телевизор. Поэтому сейчас чем-нибудь окупно, мы будем смотреть на польском языке. Я раньше любила ходить в кинотеатры, с времена там, а сейчас почему не расставишь? Во-первых, такие все фильмы говно. Начинается вроде неплохо, а и потом сидишь полфильма просто вот так вот. Комедии, дурацкие вообще. Я вообще сейчас не хожу никуда. А Парвиза... У Парвиза просто, блин, коллекция, думаю. Он знает все, вот его спрашивают, там, а это смотрел? Да, смотрел, это проект, а это смотрел? Да, это проект. Но я сейчас единственное, что пошла по классике. На всякие лицо за шраном, запах женщины. Вот я сейчас прям просматриваю конкретно. Ну что, расширю, я сейчас так загнулась. Мы, короче, едем на реку. Сегодня отлично, вообще в отличном духе, в отличном настроении. Выспались. Я по своим детективам уже там кто кого долбанул, там, я не знаю, перестрелял. Блин, такой сыщик, ё-моё, у него всех свидетелей поперебили. А он все живой ходит, да? Нет, а он все ходит и никак не может допеть своими куриными мозгами, что, блин, я уже давно все разгадала. Мне надо было быть сыщиком. С конца надо было читать. Не, так не люблю, мне надо откорпить аккорд. Мы с Ленкой приехали первый раз в Японию, пошли, ну, интересно, толчок там с подогревом, все. Я пошла смотреть, как нажимают на кнопку, нажимают, тут такой шланг, прям в рожу мне начал пшикать. Там тут мол, какая-то, я стою еще смотрю, думаю, интересно, а что это? Там что-то выдвинулось, и прям я, блядь. Умылась, девочки.